Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Карачаево-Черкесии работала мобильная приемная президента России под руководством заместителя полпреда в СКФО Андрея Шабалина. О приеме граждан в Уджигуте расскажет Ахмат Халкечев. В приемную президента с просьбой о благоустройстве дворовой территории обратилась жительница одного из многоквартирных домов Уджигуты по улице Первомайской Зульфа Лайпанова. И в разговоре с заместителем полпреда президента в СКФО она подчеркнула, что дворовая территория, о которой шла речь в обращении к главе государства, примыкает сразу к нескольким многоквартирным домам, в которых преимущественно живут молодые семьи с большим количеством детей. Здесь очень много детей. Постоянно у нас вот этот вопрос, чтобы как-то было им комфортно, хорошо, практически, Мы обращались с этим вопросом, что вы можете нам помочь, планируется ли благоустройство. Отвечая на вопрос Зульфы Хасановны, вице-премьер Евгений Гордеенко рассказал, что средства в бюджете предусмотрены, а начало самих ремонтных работ запланировано на раннюю весну следующего года. Ну а о том, какой комплекс работ запланирован, сообщил глава профильного министерства Ренат Семенов. Работы будут обеспечены в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Заасфальтируем проезжую часть, заместим тротуар плиткой, предусмотрим скамейки, урны, освещение дополнительное, детская площадка со всеми мероприятиями. Также по поручению главы более детально подходим к съездам маломобильных групп граждан. Увиденным и услышанным руководитель мобильной приемной президента, заместитель полпреда в СКФО Андрей Шабалин, как он сам признался, удовлетворен. Еще Андрей Юрьевич отметил хороший опыт, имеющийся в республике. Есть очень хорошие примеры на территории региона, где уже видно эти преобразования, где жители вместе с органами государственной власти вносили какие-то изменения, где при наличии финансирования изменялись объекты, и их немало довольно-таки в регионе, поэтому это будет очередным объектом, который должен будет преобразоваться. В завершении встречи Андрей Юрьевич попросил коллег из республиканского правительства и руководителей муниципальных образований сохранять высокий уровень взаимодействия с жителями на всех этапах реконструкции, чтобы они могли контролировать качество и целесообразность производимых на их дворовой территории работ. Ахмат Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Уджигута. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил почетный знак «Материнская слава» 19 многодетным мамам республики. О ярком празднике и большой дружной семье Рыбалкиных расскажет Альбина Ламкова. Сегодня я нарядный, сегодня я большой. Я несу букетик для мамочки родной. С праздничком, мамочка, мама моя, знаешь, как сильно люблю я тебя. Как я беспокоюсь, когда ты грустишь. Ты лучше сама, просто слышь. Тебя как зовут? Серега. Серега? А сколько тебе лет? Ух ты, так ты уже большой такой. Мне исполнилось 4 года. Сережа – самый младший, единственный сын в семье Рыбалкиных. Вместе со старшими сестрами пришел поздравить и поддержать маму. У нас 5 детей. Моей старшей дочери 19 лет. Она обучается в Ростове на 3-м курсе. Несложно, когда рядом с тобой настоящий мужчина, поддержка и опора во всем. Главная составляющая женского счастья для Людмилы – дети и крепкое мужское плечо. Всегда основная помощь и поддержка от мужа – Василия. Он даже не мечтал, что будет счастливым многодетным отцом, но рад, что все так сложилось. Любовь нас привела к такому решению, к такой огромной семье. Вот и все. Василий работает строителем, старается, чтобы никто из членов его семьи ни в чем не нуждался. Касается это и внимания. Несмотря на занятость, семья для него на первом месте. Охранительница домашнего очага всегда поддержит, выслушает и поможет в любой ситуации. Я просто мама. Не люблю, когда говорят «домохозяйка». Меня как-то это же даже немножко обижает. Поэтому я думаю, что я просто мама. Я даже дополнил, что не просто мама, а мама с большой буквы. С огромной любовью. Относимся к ней с уважением. Людмиле Рыбалкиной слова любви и благодарности в преддверии Дня матери прозвучали не только от родных. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в торжественной обстановке поздравил 19 человек и вручил почетный знак «Материнская слава» за заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей. Рашид Темрезов отметил, что в каждом сердце живет любовь к матери. Именно вы несете тепло, любовь и доброту в жизни каждого человека. А все наши счастливые
памятные события связаны с нашими мамами, сказал он. Затем глава республики отметил, что поддержка материнства и детства государством и республикой всегда в приоритете. На вас очень большая нагрузка. Лучше вас никто этого не поймет. Но я хотел бы пожелать вам, вашим семьям, вашим детям, чтобы все, что вы задумали, чтобы все это обязательно сбылось. Ваши дети прославляли не только ваши фамилии, ваши семьи, но и нашу великую родину Россию. Тем более, я смотрю, есть здесь еще к чему стремиться. 5 детей, все 5 девочек. Дай Бог, чтобы все получалось так, как вы сами желаете. Поздравления ко Дню Матери подготовили и самые маленькие гости торжества. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня из Карачаево-Черкесии в зону специальной военной операции жители Юга России мобилизованы для поддержки правопорядка и воинской дисциплины на территориях Донбасса, Херсонской области, Луганской, а также Запорожья. С некоторыми представителями военной полиции пообщался Артур Мхце. Позади остались около месяца занятий и тренировок на полигоне. Впереди у представителей батальона военной полиции ответственная задача. Им предстоит поддерживать правопорядок и воинскую дисциплину на территориях, недавно принятых в состав нашей страны. Уже здесь, в Карачаево-Черкесии, ранее незнакомые друг с другом жители разных регионов Юга России стали, можно сказать, единой семьей. Отец этого молодого человека уже находится в зоне специальной военной операции. Али решил, что тоже должен внести свою лепту в обеспечение безопасности мирного населения. Мы здесь месяц пробыли, стали семьей, так сказать, отец мой там уже пример молодежи нашим. Медсотрудник я, заведующий фельдшер-акушерским пунктом поселка Солнечного. И работник скорой помощи. С марта месяца по сентябрь месяц был на боевых действиях в Донецкой Народной Республике, служил в отдельном батальоне «Спарта». Среди этих сотрудников немало выходцев из других регионов России. Одних призвали по мобилизации, другие сами изъявили желание помочь в том, о чем знают не понаслышке, поскольку в прошлом работали в подразделениях МВД. А потому стоящие сейчас задачи и их реализация сродни повторению пройденных ранее уроков. Сам я с Ростовской области, станица Боковская. До прибытия сюда занимался индивидуальный предприниматель, сфера комбикорма. Прибыл сюда, нас обучили знаниям военной полиции. Все мы имеем опыт полицейских. Я уроженец города Карачаевска, Карачаево-Черкесской республики. Я 12 лет отработал в полиции города Карачаевска, являюсь пенсионером МВД, пришел в военную полицию по мобилизации. Бывший сотрудник тоже органов, и в принципе опыт, который здесь получали, он соответственно был на уровне университета МВД, похож очень сильно. По словам военных полицейских, их обеспечили всем необходимым, за что многие выражали признательность как Министерству обороны, так и руководителям своих регионов. Перед отправкой стражи порядка услышали напутственные слова от военного руководства, районных властей и артистов. Во время исполнения зажигательных кавказских мелодий кое-кто из стоявших на плацу не удержался от желания показать любовь к народным традициям. Все, ма, все хорошо, я живой, люблю, целую, обнимаю тебя, обожаю всех, все хорошо, все нормально, и тебя, Карина, тоже люблю. Несколько слов на прощание и пора в путь. От степени эффективности работы военных полицейских зависит, насколько быстро жители новых регионов России почувствуют себя в безопасности. Артур Мхцели Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, ночью в горах с мокрым снегом.
Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2-7, в горах минус 3 плюс 2, а днем 8-13 градусов тепла и местами до плюс 8. Ночью и утром в горной местности на дорогах гололедица. Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10, температура ночью 4-6, а днем 9-11 градусов тепла. Супер сейл в 585 золотой. Супер скидки до 70% на все. Обручальное кольцо с бриллиантом по супер цене от 8544 рублей. Все цвета и пробы золота. Успей на супер сейл в 585 золотой. Полундра! Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу только до 27 ноября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Ежегодно в мире фиксируется около 25 миллионов случаев преждевременного рождения детей. Это каждый десятый ребенок. Учрежденный в 2009 году День недоношенного ребенка привлекает внимание общественности к этой проблеме. В перинатальном центре города Черкесска стала традицией отмечать этот праздник. Съемочная группа «Вестей» побывала в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра и увидела работу изнутри. Мадина Каракетова далее. Праздник завершился несколько дней назад, а в коридоре отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра все еще нарядно и красиво. Фиолетовый цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах, который учредил праздник, и благотворительного фонда «Право на чудо», рассказывает исполняющая обязанности заведующая отделением Сусанна Орусова. И цель этой даты – информирование общества о существующей проблеме профилактика полного срока беременности. На данный момент у нас в отделении находятся 7 недоношенных деток, из них 3 с экстремально низкой массой тела, то есть это детки меньше 1 килограмма. Причин, по которым ребенок может попроситься на свет раньше срока, по словам врачей, несколько, и одна из них – поздний возраст роженицы, стрессы, и важно вовремя обнаружить проблему. Тогда высока вероятность спасения ребенка, хоть еще и очень маленького, не готового к жизни вне утробы матери. Выхаживание недоношенных детей требует высокотехнологичного ухода, рассказывает Сусанна Орусова. Жизненно необходимые препараты у нас в отделении имеются. Та же аппаратура, начиная с кювезов, аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратуры, что связано с неинвазивной вентиляцией легких у недоношенных деток, препаратов жизненно необходимых. Все это в отделении у нас имеется. Благодаря оснащению и оборудованием и медикаментами в Карачаево-Черкесском перинатальном центре в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных успешно выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела, даже если этот малыш весом всего 400 граммов. У нас в отделении лежит малыш, который родился с массой тела 460 грамм. Вот. При рождении малыш самостоятельно не справлялся по дыханию, был на аппарате искусственной вентиляции легких. На данный момент этому малышу уже почти 3 месяца. Он самостоятельно обходится как по дыханию, постепенно прибавляет в массе тела. Это большая победа в первую очередь самого малыша и всего персонала отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, говорит Сусанна Урусова. Во время съемок к своему малышу пришла молодая мама Джамиля Семенова и любезно согласилась познакомить нас со своим сыном. Назвали Ислам. Он родился весом 550 грамм, но состояние пока что стабильное. Хочу поблагодарить отделение реанимационное отделение медсестер и докторов за то, что они хорошо ухаживают за ним, очень хорошо. День недоношенного ребенка и последующие несколько дней в отделении реанимации и интенсивного выхаживания новорожденных ознаменовались важным событием. 6 малышей перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Бывают, конечно, случаи, когда недоношенность оказывает серьезное влияние на здоровье малыша. Но не стоит забывать и о том, что многие недоношенные дети выросли не только полноценными, здоровыми, но и выдающимися личностями, оставившими след в истории. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Центре дополнительного образования города Черкесска прошел итоговый результативный мини-концерт с участием юных виртуозов. Интенсивный курс игры на фортепиано длится от 7 до 14 дней. С детьми работают квалифицированные педагоги, и за короткий период времени ученики показывают высокий результат своих стараний. Интерес к этому инструменту не угас окончательно, и каждый желающий может научиться извлекать красивые звуки инструментов, которые и открывают двери в мир музыки.
Все занятия проходили индивидуально с каждым ребенком отдельно. У нас здесь достаточно есть инструментов, достаточно есть помещений. Два преподавателя наравне работали с этими детьми в течение 14 дней. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Дуэты». Приятных вам выходных и до встречи в эфире.